Всем привет, дорогие друзья, с вами Viperbeast. Сегодня мы поиграем в замечательную игру Prey. Игра 2017 года, да. Ну что ж, давайте начнем, пожалуй. А вот новая игра, давайте, пожалуй, обычная, высокая, давайте. Мужчина. Ну вот, мы пока ждем. Пока ждем загрузки. Вы просыпаетесь в своей квартире в 2032 году. Ну, ждем. Ну вот. Мы, в принципе, с вами проснулись. Доброе утро, Морган. Русская сегодня озвучка. Понедельник, 15 марта 2032 года. Угу. А зато музычка на будильнике у тебя. Ой, как ярко-то. О, какой телефон-то. Горячий звонок. Эй, Морган. Да, доброе утро. Время уходит. Я отправил за тобой вертолет. Пройдешь пару тестов. Хорошо, пройду пару тестов. Не забудь надеть свой костюм. До встречи. О. О, слушай. Так, достать нейромод из запаянного контейнера. А, это инструкция по установке нейромодов. Здорово, что ты с нами. Мы тут зажжем, Морган. Как в старые добрые времена. Ресурсы можно собирать. О, провод. О, пароль. Электронная почта. Что там нужно было? А, посмотреть. Заметки, ясно. Так, здравствуйте, Морган, мы очень рады слышать о вашем прибытии на борт. Ваш первый официальный рабочий день в понедельник, 15 марта. Но перед этим будет проведен обучающий тренинг. Как для всех новых сотрудников. Просто для того, чтобы познавать вас с жизнью на орбите. Познакомить. Нас ждут славные дни. Желаем приятного полета. До скорой встречи. Доставка. Так. Понятно. Ой, что такое? Бутылочка. Кинуть. Сейчас бы осколки на кровати иметь, ну ладно. Так, почитаем. Экспериментальные. Так. Здесь что у нас? Здесь у нас ничего нету. Костюмчик. О. Могу в окно швырнуть? В смысле? Чё? Заело. Так открой. Ну ладно. Хотелось туда пойти. О, приставка. Чё? Нельзя бегать. Ну и ладно. Так, в принципе, неврологии. Всятые издания. Понятно. В общем, психология тут. Ну, пойдемте дальше. О, здесь. Ух ты, да ладно. О, и правда. Давай пока. Так, это не зеркало, это не... Или это зеркало такое просто выключенное. Это ж какой век-то? О, душ. Душ работает. Так, что у нас тут еще есть? Опять вот душевого ока. Настоящее священное действие. Так, здесь у нас чайник, который не нужен. Ой, я вот что-то разбил там. Кружка. Холодильник. О. Выпить. Взять, выпить. Понятно. Газ. А, выключи. Вдруг еще что-то сделаешь. Возьмем, пожалуй. В общем, буду все собирать, то, что тут есть. О, еще энциклопедия. Пищеведение и кулинарии. Понятно. Опа. Ночной метод. Научный метод, блин, а. Так. Выпивка. Взять и выпить. Записка. Поздравляю, Морган. Алекс, с работой. Спасибо. Ой, накрыло.
пошли прям так на работу, все. Все? Стойте нормально? Все, ну вот и хорошо. Пойдем. Закрыто. Доброе утро, мистер Ю. На крыше сел вертолет. Похоже, за вами прибыл. Да ладно. Че, правда? Ну-ка, сейчас посмотрим. Ну-ка, заблокировано. Да, заблокировано. Тебе присесть, хорошо. Крыша. Какой этаж у меня высокий. О, вот это да. Музычка-то какая пошла. Нормально. Мистер Ю, устраивайтесь поудобнее, и мы взлетаем. А ремни пристегнуть, не? Комплекс Транстар совсем недалеко. 25 градусов. Вау. Небо ясное. 25 градусов, да уж. Вот это да. Класс. Вот это график. Самолеты там даже летят. Интересно, интересно вообще. Горы. Да уж, вот это класс. Неплохой вид на залив. Да вообще шикарный. О, мостик. Анарко Студио. Продуктион. Да, вот это да. Да уж. Красота. Там что, Доместос? Ну-ка. Чуть я не видел. Реклама Доместос вроде бы была. Да уж. Вот мы и прибыли, Рэй. Ну вот, присели. Приехали, мистер Ю. Да, я вижу. Берегите голову. Удачи вам. Спасибо. Ух ты, как-то, ёлка-валёка. Ой, ты кто? Здравствуйте, доктор Ю. Я оператор научного класса Сивилла 495. Mm-hmm. Наши исследования требуют высокой длительной сосредоточенности. Добро пожаловать, Морган Ю. У вас запланирована встреча в испытательном комплексе в 9 часов. Подтвердите. Всем хочется увидеть, на что вы способны, доктор Ю. Мне точно. О, какой этаж, да? 90? Морган. 71-й. Наконец. Да, здравствуй. Эй, ты неплохо выглядишь в форме Транстар. Как твой глаз? Красный? Да-да. Знаю, тесты Чё? Слегка необычные. Ты чё не Это а? Традиции семьи Ю. Избегать всего обычного. Когда начнутся тесты, просто веди себя естественно. Это конечно. Не накручивай себя. Доктор Беллами тебе подробно все объяснит. Тебе повезло. Угу. Через неделю будем на орбите. Обещаю. Мистер Ю, вашего брата ждут в комнате А. Да. Слушай, просто будь собой. Брат, да. Буду ждать. Хорошо. Пока. О, научный метод. Опять то же самое. Это что такое? Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, Морган. Доброе, доброе. Я доктор Беллами. Итак, у нас сегодня пара тестов. Возможно, вы к таким не привыкли, но... Поверьте, все будет замечательно. Да ладно. Порядок? Супер. Тогда начнем. Пошел, для начала начнем. Я попрошу как можно быстрее убрать коробки из красного круга. А, ладно, все. Положитесь на чутье. Ага. Будете готовы?
готовы, жмите красную кнопку. Хорошо. Чудесно. Это вы просто молодец. Да ладно. Теперь перейдем в комнату Б. Ну, так понимаю, сначала пока просто обученика хватать, все остальное. Так, Морган, внимание. Так. Постарайтесь спрятаться в этой комнате. А, как я? Не спешите, расслабьтесь, подумайте. Нет, я шучу, у вас только 9 секунд. Если готовы, жмите красную кнопку. А что, издевайтесь? Как я за этим... Ну ладно, присяду, пожалуй. Ну вот. Все, меня не видно. Я... Есть синаптическая реакция? Вообще? Нет? Меня не видно, все. Ну ладно. Ой. Простите, продолжим, Морган. Теперь в комнату С. Все чудесно. Я его с собой возьму, ну... Хорошо, хорошо. Пожалуй, тут оставлю. Ладно, поехали. На этот раз нажмите синюю кнопку в другом конце комнаты как можно быстрее и самым естественным для вас способом. Хорошо. Не думая, просто сделайте. Ну, жмите красную кнопку. Хорошо, побежали. Извините, может кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Симмонс? Я установил то, что принесла Тина. Вы проверили? Звук включен. Прошу прощения, Морган. У нас тут проблемы с оборудованием. Вы ни при чем. У вас все отлично. Последний тест. Идите в комнату Д. Хорошо. Можно стульчик с собой взять? Открывай давай. О, все. Так, тебя тут я оставлю. Ничего. Эй. Кто-нибудь принесите кофе. Изучить. Будет здорово. Спасибо. Понятно. Так, Морган, пожалуйста, сядьте за стол. Хорошо. Замечательно. Посмотрите на экран перед вами. Ничего. Я покажу вам несколько вопросов. Выбирайте ответ, который покажется разумным. Нажмите «Старт» на экране. Хорошо. Выполните образ, куда вы отправились, хорошее, знакомое место, где вам нравится, или новое. Ну, конечно же, новое. Что было? Что это было? Новое. Хорошо, смотрю, вы освоились. Так держать. Да ладно. А вас приговорили к смертной казни за ваши поступки. Что вы при этом чувствуете? Ну, как бы вот, если человек, например, что-нибудь серьезное творил, и вот прям никак нельзя от этого отойти, или он, может быть, спас мир ради вот себя, то, возможно, вот... О, это сложно. Так, потерпевший управление поезд мчится по пути, к которому прикованы 5 людей. А вы можете перевести поезд на соседнюю ветку, но к ней прикован один человек. Ну вот, если вот ничего не делать, то погибнут прямо сразу все вот. А если вот перевести стрелку, то, ну все ясно. Только один человек не спасется. Окей, дальше. Обтираешь управление поезд, приближается к 5 людям. Вы стоите на платформе рядом с невероятно толстым мужичком. А если вы столкнете его под поезд, то остановите локомотив. Ну вот, столкнуть толстяка. Еще немного. Так, обтираешь управление поезд, через по пути, к которому прикованы 5 людей. Вы можете остановить поезд, прыгнув под его колес, но вы при этом погибнете. Героический поступок. Ого. Я поражен. О, спасибо. Отлично, отлично. Почти все. А
теперь я покажу вам изображение. Как следует, посмотрите на него. Чё? Я спрошу у вас, что чё вы... Чё такое? Это кофе? Тут пусто? Я думал, Ёлка-валёка. Стойчик. Бля, бежим. Бедный стульчик. А куда он исчез-то? Что случилось? Алекс. Симон. Да-да. Что происходит? У нас проблема. Как там Морган? Он жив. Усыплен. Приберите. Я иду. Ясно. Понятно. А что-то случилось. Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Хорошо. Так. Ну вот, мы опять проснулись. Солнце уже не такое яркое. Телефончик наш. О, опять выпивка. Надо бы взять. По дорожку. На дорожку надо бы взять. Так, тут что у нас такое? О, это что такое? Требуется хакер один. Что за хакер один? Что за хакер один? А ладно, посмотрим, может тут что-нибудь найдем. Так, уходите. Немедленно. Ой. О, ясно. Колесико менять, оружие. Как назад вернуться? Ну ладно. Так, идем дальше. Теперь я могу на балкон? Заело. Ну ладно. О. Так. Вот подарок в ферме. Так, что у нас тут? Выпивку мы, пожалуй, вот с собой возьмем. Поздравляю. То же самое опять. Ну ладно. Так, тут у нас что-нибудь новое есть, конечно. Возьмем с собой еду на всякий случай. Энциклопедия опять та же. Здесь у нас что есть? Здесь ничего. Здесь ничего. О, шкафчик. Тут тоже ничего. Пойдемте дальше. Здесь у нас есть что-нибудь? Здесь ничего нету. Ну, пойдем. Ой, вашу смею. Так, ты тут оставься. Ура, у меня есть это. Здравствуйте, Морган. Нам пора поговорить. Я Январь. Ого, это Январь. То, что произошло вчера, реальность. Угу. Если хотите знать, что происходит, сначала выберитесь из здания. Вы в опасности. Хорошо. А как мне выбраться? О, все глючит. Как мне выбраться? О, аквариум. Может, в рыбку швырнуть? А, это была граната. Я уж думал. Правда, рыбка. О, выпивки-то. Возьмем, пожалуй. Да-да-да. Хорошо. Вы в лаборатории симуляции. Идите к выходу. Я буду на связи. Хорошо, сейчас пойду. Ой, блин, а. Одну бутылочку выпьем. Ой. Штырит. Чё? Чё это было?
Не, подождите, не хочу еще на выход. Там что-то я видел, было задний проход. Вот я же говорил, что что-то было там. Надо весь лут собирать на всякий случай, ведь. Записка. А, расписание графика. О, функции. Эй, Морган, проснись, время уходит. Я отправил за тобой вертолет. Пройдешь пару тестов. Не забудь надеть свой костюм. Вон как. А, слушай, я... Здорово, что ты с нами. Мы тут заж... Запись. О, Морган, как в старые добрые времена. Ой. Ага. Так, защита пароля, никому не говорите, но это, в общем, правило никому. Всем, а всем извините, что вы потрясены утренним происшествием. Во избежание ненужных паники, не придержитесь, когда это пределы вашего отделения. Ну, очень завредили нужно. Неудачная установка. А, ясно. Ох ты, ёлка, ты что за... Ладно. Что у нас еще есть? Пойдемте вон туда. Я еще хочу все обследовать. Больше ничего нету. Смысл? Ах, они су. Вон а как. Ой, блин, а. Они следили за мной, значит? Да ладно, только сейчас сказали. Вот. Ладно. Хорошо. Выход. Ох, блин, пиздец, а. Пипец, блин, а. Уже начинается такое. Все. Что-то я вроде сделал. Все ок. Аптечка. Да такая какая-то хрень. Тифон какоплазмус. Все называют их мимиками. Смотрите, что подбираете. Фиг с тобой. Не буду к тебе подходить. О. Ага. А зачем это?
Зиг, с тобой не буду тебя трогать. Пойдемте наверх. Что тут у нас такое? Побежали вон туда. Чё? Ой, блядь. Где этот мой? Ух, блин, а. Блин, а. Что-то я взял. Разводной ключ опять. Что тут есть? Ничего нету. Ничего нету. О! Вот это мне не понравится. Так, значит, крыша. Вот. Зеркало, значит. А, не верни, 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 верни. Все, оставь так. Оставь это так, все. Побежали. Вот сюда вот побежали. Ай! Уберите! Бля, чувак, откройте дверь. Блин, чё? Чё? С тех пор, как мимики вырвались на свободу, никто не может остановить их размножение. Я помогу вам выжить. Какое-то спасибо, время... давайте уж. Как-нибудь помогите мне. Капчик. Ой, пиздец. Ещё аптечка. Теперь надо быть осторожней. Привет, по-моему, Билайн вынес исследование отдела данные о... Ну-ка, новая задача. Как новую задачу открыть? А, вот. Пароль айкоп задачи. Ага. Добраться. Все, я не знаю. Искать труп Билайн. Играть по-своему. Ошибка. Требуется хакер один. Я шкафчик могу нести, ну ладно. Сообщение. Ну, вообще, почитайте тут. Я буду читать из того, где пароли и логины. Интересно, вот игра. Очень интересная. Так. Понятно. Так, тут что у нас такое? Если у нас расписание похоже какое-то. Блять, пиздюк. Есть. И, блять, еще один. Выдохся. Ты где? Фух. Где эта штучка? Ох ты, ехулёк, а. О! А, мои это... Понятно? Это что такое?
Так, что у нас еще тут есть? Больше ничего нету? Больше ничего нету. До свидания. Это был Фантом. Тифон Антрофантазмус. Не останавливайтесь. Забери нас. Как? Замечательно все. Теперь я выживу. Так, значит, где там какой-то монстр, а? Какой там, блин. Какой там монстр, а? Там, в фойе. Возьмите нейромод, лежащий в витрине. Обычно он поддельный, но я подменил его настоящим. Нейромоды очень важны. Без новых способностей вы не выживете. Да ладно. Я уже загрузил в ваш транскриптор список того, что вам нужно. Взгляните. Ну-ка. В смысле, как посмотреть? А. Иди сюда. Первый готов. Давай, иди сюда, иди. Ну, чуть-чуть все. Есть еще один, есть. Иди-ка сюда. Ну, чуть-чуть все. Где вы? Собачки. Я думаю, что я не вижу. Еще один есть. Пам-парам-пам-пам. Выношу их. Вот и все. Следующий. Кто следующий? Никто? Ну и фиг с вами. Никто не хочет быть следующими. Так, а мы пока дальше посмотрим, что тут есть. Тихо, блядь. Ты где? Худы. Опа. Ура. Нейромод. Нейромод – революционное изобретение Транстар, позволяющее вам оставить новые навыки и способности. Ага. О! Ученый. А, у меня один нейромод. Инженер. Вот мне как раз вот это нужно. Там как раз что-то нужно было починить. Ой, все замечательно. Он что, глаз себе воткнул? Ну офигеть, а? Я знал, что вы это выберете. А теперь...
теперь отправляйтесь в главный холл. Подожди, еще что-нибудь починю? Главный холл, а где он? Как это вот посмотреть? Смотреть, куда нам не идти, а? Ладно, потом. Давайте я хочу я хотел что-то починить там. Да, вот здесь вот. Запчасти не хватает. Вот, блин, а. Пароль какой-то нужен. О! Я его включить мог, что ли? Фиг с ним. О! Записка. Блять. Где? Есть. Запись. Роберт? Элис, слава богу, больше никто не... Где вы? Прячусь, в конференц-зале. Я не могу... Господи, вы все еще в лаборатории? Не могу выбраться. Тут... Где черти носят охрану? Я не знаю, что происходит. Роберт, вам нужно выбираться. Идите к лифтам. Говорят, мы эвакуируемся. Роберт? Тссс. Погодите. Кто-то идет. Набираю все, что я вижу. Ладно, все, пошли. Ох, все. Я на выход вышел. Нормально. Так, вот мы загрузились. Сейчас узнаем, что тут. Угу. Нажмите любую клавишу. Вы выбрались. Да ладно. Готовы наконец увидеть реальный мир? Да-да. Ясно все. Да. Понятно. Мы в космосе. А Земля вон там вот. Жива, там на ней люди есть. Ну ладно. Тюльпаны зачем-то собрал. Ну вот. Ну вот ты. Все. Да. А на этом, дорогие друзья, пожалуй, мы закончим. Вот такая вот у нас первая серия получилась. Интересная вот игра. Желаю всем купить. Она вот очень вот дорого стоит. Прям очень. Вот даже не помню, сколько даже. Ну а я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.